Гимназия номер 13 была основана управлением образования Одинцовского района в 1973 году. Вот уже 45 лет это образовательное учреждение ведет активную спортивную, творческую и общественную жизнь. Здесь учатся 1200 школьников, работает более 20 кружков и секций. Педагоги и ученики проводят экологические и благотворительные акции. Это удивительный праздник для наших детей, для учителей, для уважаемых ветеранов педагогического труда и для других наших замечательных ветеранов. И, конечно, для всех педагогов, тех людей, кто работает в этой замечательной теперь уже гимназии, потому что ранее это была школа. Какой праздник без тех, кто стоял у истоков? В этот день руководство гимназии пригласило почетных ветеранов педагогического труда, среди которых Анна Васильевна Южанина со стажем работы 54 года. С каким трепетом и волнением в голосе она вспоминает своих первых учеников. Столько у меня детей, сколько учеников у меня было. И они поступили. Ой, и фамилия сейчас не помню, в газете «Новорубежи» 3 раза писали о моей фамилии. Поздравить с гимназией приехал начальник управления образования Одинцовского района Алексей Поляков, который начал свою педагогическую деятельность в этой школе в должности простого учителя истории и физкультуры. Я искренне переживаю. Не потому, что стою сейчас здесь перед вами, а за каждого из вас. Здесь работал я, моя супруга, здесь учился мой сын. Может быть, и будет учиться второй. Я не исключаю этого. Я выражаю вам свою благодарность. По сложившейся доброй традиции лучшим педагогам вручили благодарственные письма от главы района Андрея Иванова. А директор 13-й гимназии Людмила Полякова удостоилась почетного диплома губернатора Московской области. У нас большинство учителей высшей первой категории, только молодежь, которая приходит без категории. Это очевидно. То, что мы с вами год от года растем в количестве призовых и лучших первых мест в олимпиадах, конкурсах не только муниципального района, но и значительно выше. Педагогический коллектив подготовил вокальные номера и много теплых слов в адрес директора образовательного учреждения. Наш любимый капитан, наш незаменимый помощник во всех делах. Вот уже 27 лет вы встречаете каждый рассвет с мыслью только одной – о школе. В качестве почетных гостей на юбилей гимназии пришли и ветераны Великой Отечественной войны, и военной службы. Мы здесь часто бываем. И бываем потому, что эта гимназия, она выделяется из других учебных заведений тем, что здесь развито юноармейское движение. Очень развито. У нас, у ветеранов, пожелание одно. Во-первых, быть всем здоровыми. А для этого, чтобы дети постоянно занимались физкультурой, спортом. А педагогический состав – это главная фигура в вашей школе, конечно. Им, безусловно, желаю не только здоровья, но и терпения. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».